Продовжимо наш ефір. Ми дізналися із сюжету, як мова досягає своїх успіхів, де навчається. І в продовженні цієї теми я спеціально запросила до нашої студії гостя. Чарівна Олеся Продан, менеджер-координатор молодіжних програм з обміну. Доброго ранку, ви така яскрава, позитивна. Отже, сьогодні будемо говорити про таку собі доволі популярну програму Work and Travel. Що це за програма, хто ще не знає, на якому вона етапі і що вона дає нашій сучасній молоді? Добрый день еще раз, доброе утро. Я хочу сказать, что Work and Travel USA, действительно, я надеюсь, что, в принципе, практически все студенты знают о данной программе, поскольку на данный момент я не знаю более популярной для студентов программы. Объясню почему. Поскольку данная программа дает очень большие возможности для студентов, поскольку я говорю о студентах украинских вузов, также участвуют и студенты других стран. Она открывает очень большие возможности для студентов. Первое. Во-первых, это улучшение уровня английского языка, номер один. Это расширение своих кругозоров, да. Следующее – это получение опыта, опыта культурного, языкового опыта, опыта работы непосредственно. То есть студент, приезжая на территорию другой страны, да, в США в данный момент, он видит, как живут, как работают, как люди воспринимают какие-то новые ценности. То есть, находясь в Украине, даже в нашей замечательной стране, он не может это впитать или получить. Поэтому все это, соответственно, он может получить только находясь на территории США. Ну и, конечно же, незабываемо море впечатлений. То есть, проехаться по Нью-Йорку, по другим всевозможным штатам. Я имею в виду расширить кругозор, это познакомиться с другими студентами. То есть, новые знакомства. Новые знакомства. То есть, таким образом он получает опыт, общаясь не только с американскими гражданами, но и студентами из других стран. То есть таким образом приехать в одну страну, он может обогатиться в какой-то мере культурой и, соответственно, других европейских стран. Яким чином це відбувається? Ось студент нас дивиться і думає собі, я теж хочу поїхати в США, розширити свій кругогляд. Як це зробити? В принципі, все дуже просто зробити. Для початку, звісно, потрібно зрозуміти, підходиш ли ти під критерії програми. Да? Які вони ці критерії? Тобто це мінімум 18 років. Тобто програми беруться, звісно, совершеннолетні студенти. Звісно, це має бути более в какой-то мере самостоятельный студент, потому что, да, совершеннолетний, 18 лет, но это вдали от родителей, вдали от близких, да. То есть студент должен понимать, что он может спокойно находиться там 3-4 месяца, это максимальный период нахождения студента вдали от родных. Ну и, конечно же, умение еще и работать. То есть, потому что студенты, находясь там, они должны как-то себя обеспечить, то есть они должны быть трудоспособны. Ну и, конечно же, соответственно, желание. Желание посетить, в принципе, данную другую страну. Никаких других преград и барьеров для этого нет. Ну и, конечно же, наличие английского языка, потому что для того, чтобы пройти собеседование в американском посольстве, для себя, чтобы быть комфортно себя чувствовать на территории другой страны, нужно же иметь средний уровень, это минимум средний уровень английского языка. Отже, мы бачимо, что для сучасної молоді володіння іноземною мовою безумовно потрібно. Давайте зупинимось на цьому, як у нашої молоді з англійською. Вы знаете, я вам хочу сказать, что я могу только порадоваться в этом. Я сейчас не говорю о 100% нашей молодежи, да. Конечно же, к нам обращаются, если для участия в данной программе, то в любом случае к нам обращаются уже люди, студенты, молодежь со знанием базового уровня. Я вам хочу сказать, что в каких-то университетах есть, может быть, даже некоторые промахи в этом. То есть вот я общаюсь, и мне говорят, мы на первом, на вторых курсах не обучаем английский язык. Да, я спрашиваю, откуда? Либо школа, либо курсы, да? То есть, но я вам хочу сказать, у нас замечательная молодежь. Для того, чтобы продвигаться по какой-то карьерной лестнице, чтобы расти, они стремятся. То есть для чего они едут в США? Чтобы научиться чему-то, и, соответственно, кто-то действительно учит английский язык в университете, а кто-то посещает какие-то дополнительные по английскому языку. Ну, не так все погано, так? Абсолютно нет. Деякі вважають. У нас замечательная молодежь, ни в коем случае. Все очень хорошо. Дійсно, у нас гарна молодь, але дуже багато залишається за кордоном, так? От, навіть з вашої програми. Я вам хочу сказати, давайте буду говорити о опыте нашої компанії, да, компанії Exchange, що у нас остається дуже маленьке кількість людей по програмі. Я вам об'ясню, ми, во-первых, даємо дуже чітку інструкцію. Каждый студент, который по программе, перед тем, как он вообще идет в посольство США, он получает очень подробную инструкцию. И пункт номер один, наверное, в данной инструкции – это возврат по окончанию программы в Украине. Ага. Это обязательно. Поэтому даже если кто-то и остается, это единичные какие-то, может быть, студенты, они остаются для продолжения, например, учебы. То есть поступают либо в колледже, непосредственно для продолжения учебы. Все возвращаются в Украину и оканчивают университет, ну и дальше уже
как-то продолжают свое будущее либо здесь в стране, либо в других странах уже той же Америки, либо Европы. Так, ось ми перейшли, і я, наскільки я знаю, це не єдина ваша програма, правда ж? Є ще одна, пов'язана з Німеччиною. Розкажіть, будь ласка. Тож замечательна програма називається «Літня робота в Германії». Тобто, в принципі, вона в якійсь мірі і схожа на программу Work and Travel ESA, но в то же время отличается. Первое отличие, это, конечно же, знание немецкого, то есть наоборот, да? Ну, так, то есть должен быть хороший уровень, потому что также студенты работают в сфере обслуживания, должен быть хороший уровень немецкого языка. А я могу сказать, что она немного, может быть, ограничена в плане, наверное, временных сроков, потому что студенты по летней работе в Германии могут, не могут себе позволить 4 месяца, а у них не могут находиться там 3 месяца, может быть 2, может быть и 1,5. То есть это второе отличие. Ну и в принципе никаких отличий по сути нету. То есть это как бы альтернатива для тех, кто, может быть, боится поехать в США и начинает свой путь, наверное, какое-то путешествие с приближенной страны, это Германия. Ну и для тех, кто понимает, что для них английский не настолько высоком уровне, они выбирают летнюю работу в Германии. То есть замечательная программа. А ще які програми у вас є? І следующая программа, она не является непосредственно для студента, она для молодежи. Для молодежи, да, до 31 года включительно, это работа на круизных лайнерах. Это теж дуже популярно, на слуху, скажімо да, так. Абсолютно верно, да, на слуху. Я вам хочу сказать, что для той молодежи, которая не боится работать, не боится каких-то проблем, и которая, может быть, устала от какой-то нашей суеты повседневной, вот эта программа для них. То есть я хочу сказать, что поехать на, если, может быть, вы смотрели или читали, это замечательные, как я, знаете, раз приходит ко мне, допустим, в офис, ну, молодежь, я говорю, вы видели, смотрели фильм про «Титаник», это будет лучше. То есть сейчас все современно. Оптимистично. Это огромные замечательные лайнеры, где только несколько тысяч непосредственно пассажиров, не считая обслуживающего персонала. То есть такой же опыт замечательный для молодежи, это и поработать, и улучшить свой уровень языка, и получить опыт. То есть понятно, если вы не являетесь студентом, и у вас есть желание как-то себя что-то получить или увидеть что-то новое, пожалуйста, есть еще одна альтернатива – работа на круизных лайнерах. А сколько часу можно працювати на этом круизном лайнере? Контракты могут быть минимум 6 месяцев, то есть вот так вот 6-7 месяцев – это то, что вы находитесь, то есть то, что человек находится непосредственно на лайнере. Ну, понятное дело, что там есть, можно выходить, то есть не все время человек, конечно, находится непосредственно на судне. Олеся, на вашу думку, а чим відрізняється наша молодь від європейської? США, Німеччина, от різниця, на вашу думку? Сразу хочу сказати, перше, якщо ми говоримо о дівчинках, вони самі красиві. Если так, да, я не могу об этом не сказать. Не могу посперечаться. Не могу об этом сказать. Если будем говорить в общем, да, молодежи, я хочу сказать номер один, они очень трудоспособны. Это очень сильно отличается, да, даже когда иностранцы, ну, общаются с нашими, то есть они видят, у нас есть желание. Я хочу сказать, что когда наша молодежь приезжает, у них горят глаза. Они настолько, я вам хочу сказать, когда я общаюсь с молодежью, которые приезжают после программы, знаете, они бегут потом по жизни. В таком ритме и залишаются. Они и остаются в таком ритме, они бегут по жизни уже. Они уже понимают, они увидели что-то другое, и они стремятся к этому лучше. И это здорово, это классно, потому что они таким же позитивом, энтузиазмом заражают и другую Инши, молодежь. Это классно. То есть наша молодежь, она умная, она сообразительная, она позитивная, эмоциональная и в плане вот такого вот горячего, в плане добиваться и желать чего-то в жизни добиваться. Олеся, программы по обмену. Иноземная молодь тоже до нас приезжает, так? Какие у них впечатления от нашей молоди, от наших мест? Вы знаете, не, да, я знаю, что приезжают, то есть мы не сильно общаемся непосредственно, то есть наша программа, наша компания не связана непосредственно со студентами, которые приезжают из других стран, но я вам хочу сказать, что, например, в программе Work and Travel USA могут участвовать и студенты с других стран, если они учатся в украинских вузах, то есть, например, к нам приезжают и участвуют от нас студенты из Индии, из Узбекистана, из Туркмении, да, то есть студенты, которые учатся в николаевских вузах, могут спокойно участвовать в данных программах. А я вам хочу сказать, чем они отличаются. Ну, в принципе, отличия есть. Отличия есть. Да, безусловно, есть. Я вам хочу сказать, это просто другая культура. Вот они немножечко другие. То есть я не могу сказать, кто-то хуже, кто-то лучше. Это просто другая культура. Они немножко смотрят, у них другие просто ценности. Но тем не менее,
Те студенты, даже из других стран, которые едут по данной программе, они так же самые, как и наши украинские студенты, стремятся добиться чего-то в жизни. То есть цель... Что у нас одна, так. Абсолютно єдина ціль, це їх об'єднає. Знов таки ж, Олесечка, на вашу думку, чого не вистачає нашій молоді? От номер один, чого б хотілося побільше нашим таким активним і гарним молодим людям? Ви знаєте, общаюсь кожен день з нашою молодежю, я хочу сказати, що в принципі, наверное, нисколько даже нашей молодежи, може бути немножечко терпіння. В первую очередь. Но очень непростое время, и, конечно же, то есть стремление вот куда-то поехать, оно, в принципе, почему получается? Потому что, наверное, им этого не хватает или не этого не получают в нашей стране, да? То есть, ну, конечно же... Краще, вот трешечки, да? Да, да. То есть они хотят чего-то просто лучшего. Я хочу просто посоветовать или пожелать всем нам и нашей молодежи просто немножко терпения. А, в принципе, ничего другого, потому что они очень талантливые. Вот и все. Не были бы талантливы, у них бы не было желания участвовать в таких программах. Дякую, Олеся. У нас ранок за вікном, і у вас є змога побажати нашим мешканцям, нашій молоді доброго ранку і взагалі все, що ви хочете їм сказати. Да, конечно, ще раз доброе утро, Астана. Я хочу всім пожелати всього найлучшого. Я хочу пожелать всем удачного, хорошего дня. И в первую очередь хочу обратиться, конечно же, к молодежи. Если у вас есть такое желание участвовать в каких-то программах, не бойтесь. Не бойтесь расширять свои кругозоры, не бойтесь получать чего-то нового и учиться чему-то нового. Ну а мы, компания Exchange UA, будем рады вам в этом помочь. Так, дякую, что завітали. У нас у всех была Олеся Продан, менеджер, координатор молодежных программ с обмену. Гарного вам дня!